Эти деньги пойдут на строительство 2 новых школ на улице Богданова и на студенческом проезде, и при сроке к 7-й школе, на проектирование 2 детских садов на улицах Южная и Хлебозаводская, а также на реконструкцию стадиона «Труд». Такое активное строительство объектов социальной сферы стало возможным благодаря участию в программах губернатора Московской области Андрея Воробьева. Кроме того, благодаря поправкам в бюджет Московской области, дополнительно город получил 85 миллионов рублей на приобретение современного оборудования для комплектования школы на улице Богданова и 19 миллионов рублей по сметным расчетам на реконструкцию стадиона «Труд».